Всем привет, привет, привет. Меня зовут Сергей Чеченов, и это парк Горького. У меня в руках прекрасная кружка Бруго. А это значит, что именно сейчас мы пойдем гулять по парку и узнавать у людей, зачем им нужна кружка Бруго и как сильно они будут ее ждать. И вот мы уже внутри этого замечательного заведения, и нас здесь встречают две милые очаровательные девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Привет, Мир. Здрасте. Как вас зовут? Скажите, а вот узнаете вот этот предмет, который у меня в руках? На тыкву похоже. Ну, что это? Ну, без понятия, термос, что ли. Ну, это, наверное, энергетический напиток какой-то. Миксер? Ну, это какой-то цилиндр просто. Это кружка, ребята. Похоже на кружку для кот. Идеально, бинго! Мы здесь не просто так, мы тут с кружечкой, Бруго, вот такой, с термокружкой. Вы сами пользуетесь термокружкой? Нет. 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 Да. Но у меня такая есть, но не такая, другого формата дома. Да, у нас такая есть, да. У нас такие есть. Есть? Пользуетесь, да? Скажите, раз у вас уже есть, вот просто Бруго еще в России нет. Такой бренд знаменитый на весь мир, а в России нет. Вот мы как раз знакомим. Вот сами бы что сказали про эту кружку? Чем отличается от той, что у вас? Она яркая, красивая. Под цвет ногтей мне очень подходит. Ну, скажу. Она рыжая? Я не видел рыжих термокружек. Ну, обычная, легкая, прикольная, компактная такая. Креативно, прикольно, да, свежо. У меня кружка из Старбакса, вот. Но это, видать, она повыше, более лучшего качества. Тепло сохраняет, правильно. Я думаю, тогда для вас будет полезная информация, что здесь находится термокамера, представляете? То есть внутри кофе горячее. Вот так, погружаем в специальную термокамеру и пить себе, попивать спокойно уже теплый кофе. Остудил и выпил. Полезно по вашему эта штука? Ну да, удобно. Ну да, согласен. Я считаю, да, все удобно. Для машины очень необходимо. Ну, это такое техническое средство, но не лишнее, я думаю. А кому подарили такую кружку? Туристу-любителю там каким-нибудь. Вам. Варианты. Молодому человеку. Маме, наверное, или подруге. У коллеги, может быть, по работе. Не знаю, ему. Да, я смогла бы подарить такую кружечку себе. Ну, как я уже сказал, к сожалению, нет в России еще этих кружек. Будем ждать? Конечно. Хорошо, конечно, будем. Да. Обязательно. Обязательно. А как же? Будем ждать, да? По-любому дождемся. Ждем, не дождемся. Да, конечно. Конечно, будем. Да, будем ждать. Мне кажется, нехилый бонус. Будем ждать? Будем ждать. Победа для России. Ждем. Ну вот и закончилась наша прогулка. А это значит, что и парк Горького познакомился с замечательной продукцией компании Бруго. Мы будем ждать Бруго. Приезжай к нам побыстрее.